В регионах России прошла традиционная акция «Добрая суббота», посвященная Дню молодежи. Он отмечается 27 июня. Участники конкурса «Большая перемена» — это проект президентской платформы «Россия. Страна возможностей» — провели экологическую акцию «Молодо зелено». В лагере «Летняя сказка» посадили деревья, кустарники и цветы. Завтра празднование продолжится уже в рамках другой акции – онлайн-эстафеты «Молодежь меняет мир». Подростки расскажут, что им удалось сделать значимого для своего города, страны или всей планеты.